сажают его здесь. Так, стоп. Ты серьезно? Мы в поле стоим. Я-то покатил. Давай, ну нет. Там мы вроде не проехали уже. Не-не-не-не. Ты проверил. Нормально. К городу прижимались. Да кто там бегает? Репит, блин. Он решил выжить. За перекрестками за поворотами выезжаем, отпускаем. Покорим же. Все, высадка. Командир команды. Ну а ты думал, что будет? Как это чисто? Ты сейчас на свой огонь. Пойдем. Я не знаю, что-то не хочется идти. Движение на 200. Прием, слышно? Да. Командир, а мы сейчас пойдем прямой на месте, перебежим к домам следующим. Я уже там. Прямой, да, пошел там? Ты все в дорогу и домой в следующую, да? Да, у меня тоже. Пишем. Да, я перебегаю. Сейчас перевязываюсь. Он останет? Себя, где вы там потерялись? А репит, он ставит на себя, мы рядом с ним. Так, ребят, еще на два дома можно прыгнуть, пока в своей зоне. Но надо аккуратно, здесь простреливается. Я сделал то, что можно. Не стоим, не стоим, перебежками. Ну, а кто позади прикрывает тех, кто вперед идет?
коробочка наша или... Так, аккуратно, аккуратно, с юго-западной стороны, центр, правее, Денис. У нас контакт? Разные. Да либо там помнишь. Калаш М16. А у них калаши тоже, конечно. Двигайтесь. И РПГ. Выглядит как-то либо, да? Да. Или НАПА. Напа тоже есть у них? Ну я делаю. А, просто сейчас на крышах видел. А, это Талибос. И... Ну вот они добавили жадность. Ну. Я. Люблю гореть. Эх, хотел аркумешку взять. Жадность меня сгубила. Вся РПГшка. Да. Я на России с полотен. Узар. А чё, танчик талибанский все? Там сам начался сгорел. А чё с ним случилось? Рашпи. Как он интересно катался, непонятно. Как там бэха стреляет, там туда выезжает. Понятно. Он решил задавить? Да, авторитетом? Мы как раз на него выезжали. Зря. Танку надо в назад сократиться и все, поехать в рукопашную вперед всех. Пехота вся сзади. Ну, в целом получился обычно какой-то талибанский ИГИЛ там. Бешеный. Я там C4 поставил, ну сейчас контейнер делал. Бэха пасит. О, краб сейчас будет шинковать. Вернее, готовится. Бонзай приехал. Кто-то ворон полетал, я смотрю, да? А что такое? Подключи его. Вот был самолет сломал. А кто у него там второй? А он даже ранен, без сознания. Понятно. Ну ладно, гейминг. Сметана мой труп нашел, а я бы его бахнул. Кто дебил? Я дебил!
Блин. Одного человека с одного направления убили. Потом смотрю. С чего это там второй умер? Блин. А им за триггер черный можно заходить? Им нет. Мы даже за черный триггер можно. А, то есть тебе не могут заходить за черный. А значит, у меня осталась удалялка, это, блин. Ой. Я чистил, чистил. Ты с метанеграната пролетела. А че четко кинули. А чья граната? Скажи. Хотя нет, он не вышел за него. Он просто удалился сам триггер. Не триггер, а маркер серый, но зона. Позад, он сидит на границе. Дальше увидел и гранату. Как он гранату сходит? Да, так. Чужой. Но он, блядь, запросил, там как раз на моей позиции стоял. Он, блядь, запросил. И от него не живой. Нифига. Если я на не ответил, он блядь. Он на крыше был. Как раз на моей позиции там можно было. Меня запросил. А, вот чью бошку видел. Я думаю, другая крыша. А что у талибов там за стрельба в самом начале была? А ты меч. А, понятно. Надо убирать лишнюю тех. Лишнюю это как он? Ну вот эти машинки, которые наоборот, и все. Машинки наоборот просили. Оставили для атаки. Кого оставили? Вот. А. А, вы машинками заставляли за гранатами? Понятно. Хитрый. Угнали автобус. Ворон, кто летает? Если бы он взял, они бы заставили так, что он выйдет. Сейчас ворон. А БМПшку выбили, что ли? А ворон за ворон наехал каким-то образом. Ага. А ворон что дымится? Он за этим нашел. Как все решилось? Я бы ББшников видел. ББшников бы точно увидел. Какая миссия следующая? А я же не могу, не что? Да, я сейчас БМП. Ожидаем. Бахнули. Ну я сказал, типа, смотрите, откуда меня бахнут. Сверху зайдет. Там по стенару. Паша, ну блин, быстрая пизда, что ОФСов вообще не было. У кого? У меня. И чё? Ну как-то вообще. У вас две совсем. Мои и танк. Какие еще ОФСы тебе? Ну на бэхе. Ага. Какие еще ФПСы? Да-да-да. Не было у нас никаких ФПСов. Вот зеленый как-то танк просрали вообще по-лоховски. Да, вообще непонятно. Типично. Пехота вся сзади, он впереди, блин, скачает. А сколько здесь выстрелов для стрелы? Четыре. Две стрелы и два для стены. Он уже дымится, смотрю. Он забор поймал. Затащит. Подожди, чё он делает? Почему? Забор. Не бы. Он взлетит, что ли? Да. Заберут, заберут.
Не, он не веселая, конечно, низко, но. Да вообще да. Не понимаю, зеленые, что на север делают? Уже триггер один захватили, они еще на севере лазят. Им сказали, на север, что они сидят. Они все думают, что мы чисто говно пойдем, не пошли. Сейчас будут там бахать. Инфернал и рядом с ним там сидящий. А, не будет танк уехал. А че из ПГшка не стреляла? Давай, крывай. Да слушай, я на нее залез, а что-то под ней оказалось. Заходите. Почему, блядь, не стреляет? Пока смысл, топ спалит. Да хз, тут уже близко, мог бы стрелять. Можно спросить, сколько людей тебе захватывает? Все. Блин, так хорошо, где-то стреляет.